Вот, посмотреть. Так она таки послушала, вы представляете, Сергей? Да, вот Алла Борисовна? Да, Алла Борисовна. Я тебя умоляю, да. Слышишь? И мне Роман Павлович написал в Инстаграме: вы знаете, Владислав, она сказала, что с вашей игры вас ждет будущее колоссальный успех. Да. Братик, чтобы вот. Ты понимал, я сейчас снимаю короче, за всю Одессу и на весь мир. А ну дай по клавишам Паулса. Вот что-нибудь для Аллы Борисовны. Вот сейчас я лично Галкину... А специально для Примадонны? Вот именно специально, короче, да-да-да. Мы сейчас пошлем Максиму... Любимые мои приветствия женщины сыграю. И твоя тоже любимая. Ой, да. ты молодец. Детства, да. Давай. Кстати, я ее... Максим, не ревнуйте, все нормально, мы просто тоже любим. А, Галкин приревновать, да, может? Я тебя умоляю, оставь покой, все будет нормально. Так, я сыграю «Другую дорогу в дюнах», Роман Павлович. Я буду слушать все будет нормально. Я вам спою еще на бис, да. Алла Пугачева спеваю. Молодец! Ёлки-палки! Алла, привет! Я вас люблю, да, Алла Борисовна. И не только он, и я вас тоже люблю. Вся Одесса вас любит. Спасибо большое. Ребята, это таки праздник.